Научная фантастика от сибиряков. Команда Case Guru налаживает связь между людьми и техникой. Не надо тратить силы на уборку. Сейчас вам выдадут именной диск. На него будет вестись запись выполняемых действий и получаемых сведений. Робот-пылесос CG-робот Лидар объезжает даже мелкие препятствия, не развозит грязь, не обижает котов и собак. Легко коннектит с приложениями Smart Life и Умный дом с Алисой. Большой пылесборник 650 мл. Можно чистить всего 1-2 раза в месяц. Не готовы к общению с роботами? Сибиряки позаботились и о тех, кто медитирует во время уборки. Беспроводной страж чистоты CG Cleaner Home – ручной пылесос с увеличенной автономностью. Заряда хватает на час уборки. Оптимизирует силу всасывания и бережет заряд. Не шумит, а ласкает слух. Какой номер модели? Пылесосы от сибиряков Case Guru – реальная забота о чистоте дома для каждого россиянина. Для тех, кто бережет свое время на уборку. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Промокод ROBOTR2402 на скидку. Отзывчивый сервис, быстро доставляют и решают проблемы. Россия обгонит Японию по величине экономики уже в ближайшее время. Напомню, что Германию мы уже перегнали и вышли на 5-е место в мире. Из-за всего этого планы Запада по уничтожению России меняются. Если в 2022 году Запад собирался порвать нашу экономику в клочья, то теперь они ждут, что российская экономика будет страдать из-за стремительного роста. Но об этом сразу после обзора новых производств за январь 2024 года. Рекомендуем досмотреть до конца, там будет самое интересное. Итак, в первом месяце 2024 года в России были открыты 10 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 миллионов рублей в каждое. Более мелкие предприятия в обзор не вошли, а таких немало. Подавляющее большинство мощностей введено в машиностроении и металлообработке. На Дону в шахтах открыли швейную фабрику полного цикла производства спецодежды для наших бойцов. Объем инвестиций составил 200 миллионов рублей, часть из которых – льготный заем регионального фонда развития промышленности на приобретение сырья, материалов и комплектующих. Также часть средств на реконструкцию, модернизацию и запуск швейного производства выданы на льготных условиях банком ВТБ. На предприятии произведены работы по восстановлению производственного комплекса и оснащению современным оборудованием. Вот проект в эксплуатацию позволит создать 400 новых рабочих мест. Это технологи, раскройщики, логисты, швеи, конструкторы и административный персонал. Для привлечения молодежи и выпускников СУЗов и ВУЗов на предприятии организован учебно-производственный комбинат, который позволяет приобрести навыки работы на машинах с программным управлением без отрыва от производства. В Татарстане открыли новое производство магистральных полуприцепов. Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов магистральных полуприцепов – шторный, бортовой и контейнеровозный. Проектная мощность завода составляет 2100 единиц в год. В последующем планируется увеличить выпуск до 3000 в год. Уровень локализации нового производства планируется на уровне 75%. На предприятии будет создано 250 новых высокопроизводительных рабочих мест. Общие инвестиции составили 745 миллионов рублей. Из них 500 миллионов пошли на оснащение производства и 245 в оборотный капитал. Уже заключен контракт сроком на 5 лет на поставку 9000 полуприцепов. Есть заказы из-за рубежа, Белоруссии и Казахстана. В Калининградской области на территории индустриального парка Черняховск открыт завод по производству солнечных батарей. Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек с суммарной мощностью до 1,3 гигаватт в год. Предприятие спроектировано и построено с нуля за 2 года. Всего в проект вложено 30 миллиардов рублей частных инвестиций. Российская технология производства солнечных элементов обладает наибольшим потенциалом снижения стоимости производимой электроэнергии по сравнению с другими кремниевыми технологиями, включая сегмент высокоэффективных. Тюменский завод открыл производство новых полимерных труб для нефтяной отрасли. Производственная мощность цеха 600 км в год. Основные области применения продукции завода – транспортировка нефти и газа, эмульсий, поддержание внутрипластового давления. В новое производство группа компаний «Полипластик» вложила более 600 миллионов рублей. Создано 20 рабочих мест. Суть технологии в том, что все слои в трубе связаны с собой, что позволяет создать монолитную конструкцию и добиться высокой прочности. Компания ОК «Инженеринг» открыла в Оренбургской области новый цех по выпуску импортозамещающих металлических комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Ранее 90% российского рынка таких деталей занимали европейские компании. Инвестиции в создание нового производства превысили 161 миллион рублей, из которых 128 миллионов рублей предоставил Федеральный фонд развития промышленности, ФРП, в виде займа по программе «Комплектующие изделия». Компания наладила выпуск 4 видов комплектующих – барабанов-сепараторов, используются для отделения мяса от соединительных тканей и костей,
корпусов шнеков шприц-машин для наполнения фаршем колбасных оболочек, суппортов клипсаторов для зажатия колбас и формирующих инструментов упаковочного оборудования для упаковки продуктов пленкой под вакуум. Комплектующие оренбургской компании дешевле иностранных аналогов на 35% при сопоставимом качестве. Часть продукции компания доработала, улучшив характеристики по сравнению с аналогами. Так у суппорта клипсатора увеличена износостойкость и прочность конструкции. Был получен патент на полезную модель. Используются сырье и материалы преимущественно российских поставщиков. Локализация составляет 90%. В Мордовии, в Краснослободске, открыт новый производственный цех компании «Верстаков». Продукция, выпускаемая в новом цехе, автоматизированные мобильные вертикальные склады. Эта продукция практически не имеет аналогов и очень востребована. Ниша освободилась после ухода с российского рынка иностранных производителей. Все программное обеспечение, конструктив, разработка наших инженеров из Саранска и Москвы. За счет нового цеха создано около 50 новых рабочих мест. На Уральском оптико-механическом заводе открыт новый производственный корпус. Уральский ОМЗ – это современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем различного назначения. Уральский оптико-механический завод входит в число старейших промышленных предприятий России. Свою историю предприятие ведет с 1850 года. Ивановский завод открыл новый цех по выпуску грейферного оборудования. Это крупнейшее предприятие в России по проектированию и производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. А также это предприятие-поставщик навесного оборудования и спецтехники собственного производства в страны СНГ, Южной и Северной Америки, Африки, страны Азии и Европы. В январе завершено строительство нового здания с полным циклом производства грейферного оборудования, что позволило компании увеличить в два раза выпуск канатных и механических грейферов, а также сократить сроки их выпуска. Данный вид грейферов устанавливается на отечественные и зарубежные модели экскаваторов и используется для разгрузки-погрузки лома, негабаритных и навалочных грузов. Нефтесервисные предприятия «Ямала» расширили производство. В Ноябрьске работает около 30 нефтесервисных предприятий. На трех из них недавно расширили производство, запустив новые цеха. Нефтесервисные предприятия, несмотря на санкции, не просто успешно работают и развиваются, но и производят все больше уникальной и технологичной продукции. В компании «Нафтогаз-сервис» начал работать цех, где инспектируют и ремонтируют бурильные трубы и инструмент. Его запуск позволил экономить время и средства компании, поскольку ранее приходилось отправлять инструменты на ремонт в Югру. Чтобы воплотить этот проект в жизнь, был создан новый цех, приобретено оборудование, появилось дополнительно 36 рабочих мест. Скоро будет еще 50 рабочих мест. В компании и специалистов обучают в собственном учебном центре. Теперь перейдем к экономике. Россия может обогнать Японию по величине экономики уже в ближайшее время. Об этом уже говорят не только блогеры, эксперты и разные экономисты, но и представители российских властей. Российская экономика может обогнать японскую в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности ППС. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников. По его словам, разрыв выглядит не таким большим, а если разница в темпах роста сохранится, то в среднесрочном периоде можно будет говорить об опережении. «У нас экономика Японии растет меньше процента, мы рассчитываем на рост выше 2%, объяснил чиновник. В настоящее время в рейтинге стран по размерам ВВП по ППС первое место занимает Китай, далее идут США, Индия, Япония и потом Россия. А вот, например, блогер Генби считает, что догнать Японию мы можем уже по итогам 2024 года. Когда-то, в далекие советские времена, уровень развития Японии представлялся чем-то невообразимым. Советский режиссер Тарковский даже поехал снимать фильм «Сориалис» в Токио в 1972 году, показывая будущее планеты через сотни лет. Сейчас с тем же успехом он мог снимать нынешнюю Москву, где развязок, небоскребов уже больше, чем в нынешнем Токио. Обойти экономику Японии есть шанс даже в этом 2024 году, ведь в прошлом 2023 году экономика России росла быстрее экономик Германии и Японии, даже быстрее среднемирового значения. Этот 2024 год будет отмечен ростом в 4-5%, а Германия с очередным минусом из-за рецессии и экономика Японии останутся позади. К слову, ВВП Японии обогнал ВВП Советского Союза в 1988 году. Теперь только одна Россия обгоняет Японию без всех советских республик вместе взятых. Россия развивается необычно быстро. Если взять 17 экономик, которые на 2022 год преодолели рубеж в 2 триллиона долларов, то по росту ВВП Россия после прихода Путина оказывается на втором месте в мире среди крупнейших экономик. Также Всемирный банк обновил прогнозы оценки ВВП по ППС на 2023-2024 год. В этом 2024 году Россия, по их прогнозу, обгоняет Японию и выйдет на четвертое место в мире. Так что, скорее всего, успеем обогнать. Думаю, что с учетом новых территорий мы недостающие 90 миллиардов легко набираем.
И вот планы Запада по уничтожению России начали меняться. Если в 2022 году Запад собирался порвать нашу экономику в клочья, то теперь он ждет, что российская экономика будет страдать из-за стремительного роста.